Меня зовут Эва Большаков. Я исполню песню о прабабочек. Отлично. Сколько вам лет? Мне 3. 3 года. А что вы любите петь? В основном какие песни? Я умею про бабочку петь, про улыбки и про паровозик. Про паровозик давайте. Да, еще могу про дружбу. Про дружбу, да? Угу. Ну давайте про дружбу. Исполняйте. Мы вас внимательно слушаем. Ну давайте сначала про бабочку. Давайте. Бабочки летают, все летают и летают, и дальше исполняют, исполняют, исполняй, и желания и исполнится, и исполнится очень зря. Бабочка ходит, ходит и ходит. Полетела, очень грустно полетит. Спасибо, аплодисменты. Аплодируем. Браво, браво. Ванечка, аплодируем, ручки. Молодец. Следующая песня. Теперь давайте по паровозику. Давайте. Мы едем, 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 далёк я края, хорошие соседи, счастливые друзья. Нам весело живётся, мы песенку поём, а песенки поётся о том, как мы живём. Тра-та-та, тра-та-та, мы ведём с собой кота, Тишка собаку, Петьку забияку, обезьяну попугай. Вот компания какая, вот компания какая. Ха-ха! Ха-ха! Наклоняемся, кланяемся, как артисты. Следующая песня или стих у нас будет? Будет сейчас про от улыбки. Давай. От улыбки стаи всем теперь. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись с улыбкою с моей, и она к тебе еще мне распевнется. И когда наверняка вдруг запляшут облака, кружимся, и кузнечик запиликает на скрипке, с голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки, с голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. А вы что пальчиком показывали? Кому там показывали? Ване. А что он делал? Ну, он мешал мне петь. Он вон пальчики поставлял другими. А, ну он просто про тебя подсказывал. А ты кем будешь, когда вырастешь? Певицей. Нет, когда я вырасту, я буду пенсионеркой, принцессой и Золушкой. Пенсионеркой, принцессой и Золушкой. А Золушки что делают? Золушки ходят на бал, они всегда красивые, в синем платье и в туфельках. А Золушка, она чем отличается от принцессы? От принцессы? Я знаю. Говори. Потому что принцесса большая, кроме Золушки. Ага. А Золушка... Золушка средняя, а принцесса большая. Золушка, она трудится, а принцессы в основном не трудятся. Они рождаются у королей. Ну, как вы думаете, плохо или нет? Кому, Золушке? Нет, тебе. Ну, я Золушка или принцесса? Скажи, кто я? Ну, вообще-то вы Лена. Вообще-то я Лена. А мне какая роль больше подойдет, принцессы или Золушки? Ну, вообще-то то и другое. Хорошо. А как ты думаешь, вот кем я должна работать, чтобы всем было радостно на земле? Я кем должна быть? Ты должна быть принцессой. Принцессой, да? А я вот выучилась на учителя. А когда ты вырастешь, ты кем будешь? Когда я буду,
Ты будешь танцевать или петь, или будешь сочинять, или будешь художником рисовать картины? Ой, что-то у меня сочек уже не надо. Так, кем ты будешь? Принцессой. Понятно. А это кто? Да я тебе! Это твой Ванечка, да? Понятно. Ну давай привет передавай всем в садике. Кого ты любишь? Давай, всех люблю. Я люблю Ваню, там Максима и Глеба. Глеба, да? За что? За что, что меня он очень меня любит. А, ты их за что любишь? Я его люблю, когда он меня не бросает и не бьет. А ты как вопросы решаешь эти, чтобы дети тебе не били? Вот как ты с ними разговариваешь? Что ты им объясняешь? Объясняю, когда я была очень маленькая, мне все коты в коляске. Так, и тебя надо сейчас катать в коляске? Нет. А как? Надо с тобой поступать, чтобы хорошо было всем? Не надо уже в коляске катать, потому что я уже большая. Так, и чтобы они тебя не били, они как должны себя вести? Хорошо. Как хорошо себя ведут мальчики в садике? Расскажи. Они должны девочек вот не бить, так. Каждый день убить. Любить каждый день, да? Да, а мужчины должны что делать со своими женщинами любимыми? С ними танцевать. Правильно. Дарить колечки. Колечки дарить? Каждый день подавать им цветы. Цветочки, правильно. Еще коллекция ракушек. Коллекцию ракушек нужно сделать, да? А девочки что для мальчиков должны делать? А для мальчиков? Ну, мы женщины, да, мы женского. Мы девочки. Что должны для мальчиков? Девочки должны дарить мальчикам тоже цветы. Так, целовать их надо, да? Да. Кушать им варить или не надо?